хотел бы я оказаться на его месте. Я больше не слушаю. Я думал, это выяснили еще очень давно. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Что-то не то в этой истории. Это было не слишком. Ты не должен верить. Эй, парень! Я... Права. А ты сегодня не в... Эй, парень! Через секунду. Ладно, ладно! Ему хватит! Ему хватит! Может быть. Больше этого не случится. Лучше ни во что не ввязываться, Грик. Если ты думаешь... Что ты собираешься делать с оружием? Если не... Ему хватит. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Так всегда и бывает. Оп. Убери оружие. Тебе повезло. Ты об этом пожалеешь. Драка! Ему хватит. Хватит с ним, пиш. Похоже, назревает проблема. Ему хватит. Были времена, когда все было по-другому. Ты уже покойник. Просто еще не знаешь об этом. Он прикончил его. Зачем ты меня поднял? Исход уже предрешен. Зачем ты меня ты поднял? Об этом пожалеешь.
Это ты пожалеешь. Он прикончил его. Ты об этом пожалеешь. Некоторых людей ничего нет. Держи это при себе. Люди мне обязательно. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь. Похоже, назревает проблема. Это точно не моя проблема. Ты не должен верить всему. Что такое испытание? Ты должен... Это руда... Без... Никак. Если... Потому... Я... Где? За... Берегись. Когда все было совсем по-другому. Может быть, я думал, это вы... Я не хочу в это ввязываться. Держись. Держи это при себе. Людям не обязательно... Больше этого не случится. Если ты думаешь... Привет. Ты должен... Постой. Да мне-то что с того? 20. Дай мне. Эй, расслаб. Это было не слишком умно. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Давай поговорим о чем. Ты не должен верить всему. И в результате попадаешь в них. Ты новенький? Да? Меня... Покажи мне, что... Если ты думаешь... Может быть, это было не слишком... Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. У тебя есть... Каждый раз одна и та же история. Ты не должен верить всему. Эй, ты! И в результате попадаешь в неприятность. Покажи... Все... Что-то не так в этой истории. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Что-то не так в этой истории. Если ты думаешь... Каждый раз одна и та же история. Это точно не моя проблема. Больше этого не случится. Я не хочу в это ввязываться. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Я больше не слушаю. Привет. Я хочу. Что я думаю? Мне. У тебя есть? У тебя есть? Thank you.
Убери оружие. Опусти оружие. Убери. Были времена. Давай, убирай это. Давай, убирай это. Хватит с него. Ты не должен поверить. Были времена. Я не хочу. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. В результате попадаешь в неприятность. Так всегда и... Хватит с него. Я думал, ты об этом пожалеешь, очень ублюдок. Похоже, назревает проблема. Скорее всего, ты прав. Некоторых людей ничего не учат. Да прибудет с тобой. Я здесь для того. И как? Так всегда и бывает. Нет, очень. Пока меня не путают. Я не хочу в это ввязываться. Я знаю. Это точно не моя проблема. Я... Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Это было не слишком. А что... Не хотел бы я оказаться на его месте.
Вот мы и пришли. Заходи, спроси. Я... Удачи. Ты об этом пожалеешь, ублюдок! Приветствую тебя, незнакомец. Ты ступаешь по святой земле. Здесь находится братство спящего. Что привело тебя сюда? Я слышал о том, что вам нужны люди. Я хочу присоединиться к вам. Добро пожаловать. Братство с радостью примет любого, кто готов следовать за духом спящего. Если твои намерения серьезны, постарайся обратить на себя внимание идола Намиба. Ты найдешь его во дворе, за воротами. Но ты не должен обращаться к нему до тех пор, пока он сам не заговорит с тобой. Мне нужно... Ты... Это... Некоторых людей ничего я сам не... Я думал, это выяснили еще очень давно. Были времена, когда все было совсем по-другому. Что-то не то в этой истории. Чем ты занимаешься? Я несу. Я сам пока еще... Я да. Но я не тороплю. А пока... Были времена, когда все было совсем по-другому. Пока меня не впутали. Я думал, ты должен... это... Ты не должен верить всему. Веришь кому? Привет. Мы доставляем... Что это за... Ты можешь... Как? Подойди поближе. Здесь каждый новичок получает от меня подарок. Какой подарок? Здесь три сигареты с болотником. Северный, темный. Сильная вещь. Ты сможешь брать у меня болотник каждый день. Но если захочешь получить больше обычной дневной порции, придется заплатить. Если на дороге между лагерями тебе попадутся какие-нибудь травы или ягоды, приноси их сюда. Я заплачу. Давай меня... Что тебе от меня? Я пришел. Сегодня ты уже... Это было не слишком умно. Привет. Похоже, ты... назревает проблема. Покажи. Другу. Я не хочу в это ввязываться. Держи это при себе. Людям не обязательно знать об этом. Вы...
были времена, когда все было совсем по-другому. Держись. Лучше ни на что не натыкаться. Люди всегда болтают. Я не хочу в это ввязываться. Держи это при себе. Некоторые люди не обязательно знать об этом. Ты не похож на тех рабов, что покорились воле баронов. Ты больше похож на искателя. Искателя истинной веры. Разве не ощущаешь ты внутри бушующее пламя, то, что не дает тебе спать по ночам? Вижу, тебя терзают сомнения. Есть ли правда в том, что пытаются навязать тебе прислужники баронов? И ты знаешь, откуда берутся эти сомнения? Они все лгут. Ложь эта дает власть над теми, кто слаб духом. Но твой дух намного сильнее этой лжи. Разве ты не ощущаешь стремление к свободе? Ежесекундно, ежечасно. Разве не чувствуешь ты, как день ото дня оно становится все сильнее? Как направляет оно твой дух? Освободи его! Знаешь, что ты делаешь, когда пытаешься подавить его? Ты отвергаешь собственную душу. Отвергаешь себя. Не позволяй страху властвовать над твоей жизнью. Освободи себя. Ты должен понять, спящий пробудится. Он освободит тебя и сметет всех язычников неверных. Как пыль, смытая дождем, исчезнут они из этого мира. Они будут рыдать и горько раскаиваться во всем, но будет уже слишком поздно. Они заплатят цену, заплатят своей кровью и своими жизнями. Эй, ты заговорил со мной. Не значит ли это, что теперь и я могу обратиться к тебе? Ты постигаешь наши правила. Я ощущаю в тебе великую духовную силу. Я заговорил с тобой, дабы дать тебе шанс проявить себя. Веришь кому-то и влезу. Больше этого не случится. Были времена, когда все было по-другому. Еще очень давно. Если ты думаешь... Каждый раз. Я думал, это выяснили еще очень давно.
Это было не слишком умно. Некоторых людей ничего не было. Держись! Не хотел бы я. Лучше ни во что не ввязываться. Я думал, это... Люди что-то всегда не так. Болтают. Не должен верить всему, что больше. Что-то не так. Люди всегда болтают. А ты можешь менять? Да. Я... Видишь? Возвращайся скорее. Береги себя. Я сомневаюсь, что это когда-нибудь изменится. Это было не слишком умно. Не хотел бы я оказаться на его месте. Ты должен следить за тем, что говоришь. Это было не слишком умно. Были времена, когда все было совсем по-другому. Я думал, это выяснилось. Не хотел бы я оказаться на его месте. Не хотел бы я. Скорее. Если это были времена, я больше не слушаю всякую трепотню. Каждый раз одна были. Я больше не слушаю всякую. А, это послужит ему уроком. Были времена, когда все было по-другому. Убери оружие. Драка! Скорее всего, этого тебе не стоило делать. Убирайся. Были времена, когда все было по-другому. Ты должен следить за тем, что говоришь людям. Ты не должен верить всему.
об этом пожалеешь! Убери оружие! Yeah.